Ты чё, обнаглел что ли, дурак? Друзья, заходите на канал по прохождению игр Догова. На его канале вы найдете стримы с интересной озвучкой таких игр, как Dark Souls 2, Overwatch, For Honor. Рекомендую всем, друзья, подписывайтесь. Ссылки на его канал я оставлю в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Far Cry Primal. И тут у нас уже наклевывается задание. Нужно освободить нашего соплеменника. Так, и Мишка тут бегает. Да пошел. Отвлечем его. Так. Вот и все. Одного уже освободили. Так, тут какое-то племя. Че? Ты в племени один был, что ли? Совсем дурак? Так, нет, не один. Где-то кто-то бегает, где-то кто-то орёт. Так, я тут был. О, птица. Угу, опять, конечно. Попал. О, мамонт. Так, где эта птица? Вот она. Перья мне, конечно же, нужны. А, мамонт мне нужен. Так, сейчас посмотрим изготовление. Так, что я могу изготовить? Шкура яка. Редкие перья. И южный. Мне нужен, короче, южный камень. Так. Северная глина, северный черный камень. Короче, южный камень мне нужен. А где мы его можем достать? Южный камень. Ну, может, где-то здесь. Сейчас посмотрим. Переместимся сюда и пойдем дальше пешком. Уж очень хочется улучшить наш лук. Было бы неплохо, если бы у нас это получилось, конечно. Так, пойдем туда, в глубину. Аванпост. Захватим. Чтобы было все нормально. Козлята. Отлично. О, тигра. Или что это? Пантера. Держи, подло. Куда пошел? Сюда. Да все уже сдохло, хватит. Че ты убегаешь, блин? Блин. Не выпал. О, волки. Айгуар, дам наш маг. Ну и черт с вами всеми, уроды. Так, мне туда. Проглоты, блин. Свалили. О. Так, наши друзья. Были друзья и нет друзей. Так, а где второй? Что-то я его не вижу. Где второй? Ну и черт с ним. Одним больше, одним меньше. Так. Так, это ж топир вроде, нет? Да сюда иди, блин. Так, это топир. Да, точно. Значит, мне еще одна шкура нужна. Так, куда-то он сюда побежал. Вот он. Блин.
что такое? Да у вас тут охота была, я смотрю. Эй, это мой топир. Так, блин. Что-то он какой-то живучий. Да иди сюда, хватит бегать. Вот и все. Так, теперь я могу улучшить. Вот эту. Нет, что-то я могу улучшить. Вот. Нет, это тоже не то. Для чего мне нужна была шкура топира? Так, ладно. Деревня. Улучшить этого. И этого, и этого могу улучшить. Но не на всех хватит. Так, ладно, навыки. Навыков у меня пока нет. Ладно. Разберемся с этим позже. А сейчас бежим за камнями. Ой, нет, на аванпост бежим. Так, ну тут уже животные боятся. Избегают меня жестко. О, кто деревья поджег? Эх вы, хулиганы. Ну я-то этого точно не делал. Так. Тут. Мертвый чувачок. Что тут происходит вообще? А ты кто вообще? Нормально? Ой, я думал, это девушка. Хорошо, что не девушка. Да ну. На тебе, падла! Держи! Ага, убегаешь? Котяра. А, он к воде бежит. Прикинь, умный такой. Так, вот и аванпост. Сейчас посмотрим. О, крокодил. Крокодильчик. Надя. Чё, всё? Быстро ты. Так, сланец. Камни. Еще один трупак. Опа, этой рыбки у меня нету. У меня вообще рыб нету. Я промазал. А вроде попал. Ладно, рыбками потом займемся. У меня тут важные дела. Ну, тут музыкальная пауза, что ли? Да что такое? Вы меня убить, что ли, хотите? Так, бегут. А
аборигенчики наши. Так, держи. Держи. Да ты дыхать вообще не собираешься. Всем хэдшоты. Ой, наш песик умер. Сейчас я вам устрою, твари. Ты говорил, не подходи. Я тебя спасу, дружище. На. А куда ты смотришь? Блин. Ломай его полностью. Так, там еще кто-то есть. Блин. Что-то я сегодня косой. Ой, своего попал. Так, аванпост наш. Свинжа увеличивалась. Так, доступен тайник. Где ты? Тайничок. Вот тут. Так, может тут что интересное есть. Так, жир зверя. Прочная древесина. Кремень, звериная шкура, кость. Так. Ну. Сланец, тростник, северный. Так, если северный, значит... Ой, южный камень. Редкий южный клен. Так. Понятно. Сейчас посмотрим. Так, навыки. Так, это что такое? Убийство сверху. Это я хочу. Так. Так. Что тут у нас есть? Да. Пещера солнцеходов, это я уже прошел. Так, давайте-ка мастера Вуга освободим. Что ты хочешь? Туши. Жри давай. Псина. Бежим. Так. Да Виндя. Да что такое? Блин. Да переключись на дубину. Ой, еще. А, это наши. Ладно. Все, бежим. По дороге это что? Это сланец. Сланец нам не особо нужен, нам нужны камни. Да пыль. О, черепашки. Это что, курицы нам вряд ли нужны. Насчет черепах я не уверен.
он что-то не умирает. Так, вон там крокодильчик, но нам крокодил не особо нужен. Бежим, 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 бежим. Так, эти рисунки осматривать можно было, поджигая этот... Ну и что-то не получается. Опять сланец. Да подвинулись, блин. Это ты кто на... Ты у нас на тигра, понял? Урод. Там умный, что ли? Знаете, беги теперь. Да выпендривался. И не нужно было меня трогать. Ты что? О, блин. А, вот. Что-то здесь все так далеко. Крокодил. Так, я бегу. Держись там. Так, 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 так. Ну давай уже. А, блин, только не падай. Все. Мы пришли в какую-то пещеру. Ну ты неуклюже, блин. Ты че, обнаглел что ли, дурак? Убрал свою струю от меня. Мувинча! Все, хватит болтать. Безрукая тварь. Западне. Так, как мне отсюда выбраться? Это что такое? Опускать? Так. Не ломается. Сейчас попробую дубинкой. И все, здесь больше ничего и нету. Ну или сжечь. Сейчас сожжем. Ну да. Поднимайся давай. Так. Ничего, кроме трупов, здесь нету. Ты что, тоже поджечь? Блин. Че? Ты откуда здесь? Иди искупайся. Так, туда я залезть не смогу, блин, это очень плохо. Ты опять пришел? Так, ладно, бежим. Леопардыш. О, у меня кошка есть. Так, удерживать Е, чтобы зацепиться крюком. Отлично. Это очень радует. Как поднимался побыстрее. А как подниматься? Ну, поднимайся. Не понял. Поднимайся давай. А, на левую кнопку мыши. Блин. Придумали тоже. Горит.
Так, сейчас вот. Нет. О, я и так допрыгнул. Я этого в полете зацепился, но, видимо, не очень получается это сделать. Все сказал. Сколько кушать? Сейчас, подождите. Так, кисы. Эй, ее давай. Еще одна. Оу. Блин, не попал. Да что ты? Хватит бегать. Да блин. Так, еще одна киса. Так, давайте ко мне ваши шкуры, они никогда не помешают. Поднимайся, блин. Так, ладно, это что? Если здесь, видимо, если где есть вот такой знак, значит там можно подняться. Блин, а руки могли бы и дорисовать. То как-то не очень смотрится с этим. Торчащими палками, можно сказать. Так, западне. Отлично. А, блин. Так, что я... Ага, вот. Здесь сейчас поднимемся. Нет, теперь, блин, вообще красавчик. Не, блин, охотник чертовый. А вот и где. Не попал. Вы, блин, чёрт с вами. Еще время на вас тратить. Но если вы так хотите. Ну ладно. О, где этот? А вот тут внизу. Как до него добраться? А, понял. А, тише. Так, ну все. Ну все, вылазь давай. Кровь Руса. Туда, нам туда. Все, понял. Блин, Романия меня сглазила. Теперь я с луков попасть не могу. Так, вот як, отлично. Ты-то нам и нужен, дружок. И ты нам нужен. Так, куда побежал? Так, вот еще. Чем больше, тем лучше. Блин, не попал. Да вы обнаглели? Это мой волк.
Павла Джоса, быстро. Ах ты, падла. Толстая. Да все уже, сдохни. Блин. Он издевается. А, вот и... Вот и все. Так, одну вот так. Чуть попал? Ладно, сейчас попадем. О! Мой волк его замочил. Ну ты красавчик. О, белый як. Круто. Тут еще кто-то есть, видимо. Эй, ты чё такое? Эй, руку! Давай, атакуй! Эй! Ничего себе, хорёк! Лечиться. Козлята бегают. О, блин, да сколько вас, тварей. Ага, и все. Заиграла. Так, ладно. И где-то птица есть. Где ты, падла? Так, давай. Блин, кружит туда-сюда. Ладно, за ним бегать долго. Так, что-то я изготовить могу. А, шкура яка, мне еще одна шкура нужна. Понял вас. Это что, сланец? Да. Вот и наш як. Держи. Атакуй давай. Вот так. Я пока с этих шкуру сниму. Копье забери, блин. Ну что такое? А, как это звать волка? Блин. Да нет, не то. Забыл, как отзывать. Ну, в любом случае, у меня есть уже столько шкур, сколько мне нужно. Ну, лишнего никогда не бывает. Все отлично. Теперь изготовим. Можно нести 6 приманок, 20 кусков мяса, 20 кусков жира. Отлично. Все понятно. Найдите. Появилась новая точка воскрешения. Найдите кострище. О. Так, и где наш кострище? Спалим все. Так, не понял, где кострище? Так, что тут?
Заберем все. Поднимайся, давай. Так, не понял, где... А, вот. Это маленький костерчик какой-то. А где наше задание? У нас же какое-то задание было. Ну да ладно. Все на месте. А, понял. Зону задания вернулся. Посмотрите старые стоячие камни Винджа. Наклай. Ничего. Вот еще. Не здесь. Не здесь. Может быть здесь? Наклай. Ничего. Так, раз, два. Так, это я проверял. Проверял вроде бы. Нача. А, вот это не проверял. Да, вот. Хасар Урусис. Все, я бегу. Так, что-то тут много яков так. Все, лег. Все. И тебя замочим. А, что такое? Ой, своего ударил. Да ты сдохнешь сегодня. Все, ты пожри, а мне шкуру. Да нет, блин, не то хотел. А, это тебе от романии. Так, бежим, бежим, бежим. Эй! Что за рыбка такая? Так, но зато у меня есть крюк. Эту цель мы убираем. Так. И что дальше? Что это там? Это сланец или камень? Не попал. Опять не попал. Да блин. Чё-то вас тут много, дружище. Да его такой. Да что такое? Прям позади меня, блин, стоит и получает. Все, упал, отжался. Что такое? Вроде сзади никого.
Все, подожди, сейчас я до тебя доберусь. А, нет, 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 поднимайся. Он же тут. Вот и все. Так, где ты? Да блин. Это что? Это камни. Так, вон там еще один камень. Так. Это что? Ясно, вот. Короче, последний камень и все. Отлично. Нормально. Так. Зато... Так, это не моя шкура. Быстрое перемещение доступно. Откройте карту. Так, это ясно все. Но мне сейчас нужно не быстрое перемещение. Так, вон там крокодильчик. Вот здесь что-то есть под водой. То ли сланец, то ли камень. Непонятно. Сланец. Ясно все с вами. Так. Блин. Еще один. Да ты чё, наглел что ли? Вам очень повезло, что мне подруг... О, это что такое? У белый як. Так, ты от меня не уйдешь. Блин. Хватай его. Красавчик. Все, отбегался. Так, дальше. Птичка. О, они тут еще и сидят спокойно. Ладно, кружись. Блин, обломало меня. Ну ладно, факты в руки. Так, что у нас там по заданиям? О, у нас есть еще навыки появились. А, мастер дубинки и копья. Прицеливать, метая дубинку или копье, станет значительно проще. Ну так-то не было трудно. Зрение охотника растений. Не то. Оживление зверей. Нет. Поиск ресурсов. Бей и обшарь. Поиск редких ресурсов. Показать ресурсы. Вот что мне нужно. Ну и ладно, давай-ка. Кулинар. Эффекты от пищи длятся 90 секунд. Ясно. Так, что у нас появилось? Ремни для копий. Можно нести 2 копья. 4 копья. Так. Где-то у нас озеро есть. И там есть рыбки. Сейчас мы поймаем пару рыбешек. Да винджа, винджа. Так, так. Где у нас тут водичка-то была? Ну да, я правильно бегу. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну и сам разберешься, короче.
Так. Так, рыб не вижу, вижу крокодила. Нужен ли нам крокодил? Нужен или нет, он у нас будет. Да блин. О, наш волк там страдает. Тапнул. На, песик. Рыбу я видел там. Сейчас попробуем сидеть. Где-то здесь. Что это? Обезьяны, что ли? Еще один крокодил. Вот она. Иди сюда ко мне, родимая. Так. И еще одна рыбка нужна. Так, подняться мне пока не нужно. Крокодил, блин. Вы никому не интересные, придурки. Вот она. Да, точно. Блин, она большая-то. Так-то. С копья умирает. С лука я стрелял, она не умирала. Так, ну вот. Теперь мы можем носить копий побольше. 5 целых. Следующее. Носорога. Понял. Так, это что, метательные ножи? Отлично. Это очень хорошо. Редкий южный камень, звериная шкура. Понял. Так, это что? Ремень для дубин. Шкура дикой собаки. Шкура носорога. Ну, пока все. Сейчас посмотрим, появились ли у нас ресурсы на карте. Что-то их не видно. Так. Так, навыки, не понял что-то. Это нет, не то. Показать ресурсы. Если неподалеку есть древесина, камни и другие... Поиск редких ресурсов. Открыть земель. Так. Камни он не показывает, видимо. Очень жаль. Так, есть ножи. Все ясно. Так, пройдем еще задание и посмотрим, что там есть еще. Так, пойдем за вот этим. Форт Большой Дарвы. Доступно доступ к тайнику. Точка быстрого перемещения. Ну пошли. Так, куда нам? Ничего себе, не близко. Че? Хрюшка, блин. Что-то горцует там. Так. Хотя бы чуть-чуть я могу поближе подойти? Нет, не могу. Тогда сначала аванпост захватим. Чтобы можно было спокойно перемещаться. А вы кто такие? А, нет, свои. О, я же могу быстро бегать. Так, где это было? Так, все, бежим. Ой, с вами неинтересно уже драться. Все равно сдыхайте. Хорошо, хорошо, ты очень меткий. Птички где-то здесь.
О, а как-то мы быстро... А, это же аванпост. Нам еще дальше бежать. О, это что? Северный черный камень. Ой. Так, северный черный камень. А с черного камня я могу что-нибудь сделать? Так, ну, поблизости ничего нету. Ой. Так, это не нужно. О, белый як. Он мне по-любому пригодится. Блин. Я думал, живучий. Так, мне туда... Братья, ноги, палки. Змея. О, мамонты. Блин. Да что такое? Красавчик. Да мясо возьми. Так, дальше. А, вон там это не то, то. Так, мамонты. Мне нужны мамонты. По-моему, нет. Удерживайте, чтобы дать. Так, а как мясо-то бросать? Нет, не так. Это что, приманка? Ну, слона явно приманка и... Не задобришь. Так, что тут у нас? Сейчас. Опа, тихо, тихо, тихо. Так, один готов. Блин, не шуми. Да что такое? Так, теперь. Блин, больше нельзя. Ну ладно. Вы сами захотели. Держите, друзья. О, а как вас прям много? Куда полез? Опа, надо подлечиться. Так, готов. Так, где еще? Эй, эй, я тебе ничего не делал. Ушел от меня. Я ж тебя не трогал. Блин. Как будто специально прям перед самым выстрелом. Да что такое? Так, аванпост мой. Численность увеличена, отлично. Я только рад. Чё, мамонт ушел?
Так. Так, подлечись-ка. Да иди сюда, дурак. Ухара. Так, ну все. Дальше. Блин, ну до него все равно очень долго идти, так что я думаю, продолжим в следующей серии, друзья. А вы пока подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Hey,